Задержание совершение преступления предусмотрено пунктом 2, часть 3 статьи 286 Кодекса Российской Федерации. То есть совершение должностным лицом действий данного, выходящих за пределы ваших полномочий или повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, совершенных главой органа местного управления с причинением тяжких последствий. Ну, вам понятно, в чем вы подозреваете? Да, я прочитал в обвинительном заключении.